Активисты народного контроля Ленинского городского округа продолжают профилактические проверки по соблюдению санитарных норм на территории муниципалитета. В зоне особого внимания – заведения общественного питания. В ходе очередного рейда было проинспектировано 4 ресторана. И стараемся, и добиваемся для того, чтобы ограничить минимальное количество нахождения в ресторане людей, при этом сохранять дистанцию между посадочными местами. То есть у нас небольшие столы, за столами не более 2-3 человек. Больше мы не сажаем. Если проходит банкет, то банкет происходит на втором этаже, там более изолированная территория, не более 20 человек. Особое внимание проверяющие уделяли выполнению обязательных требований, в числе которых наличие в кафе и ресторанах информационных табличек, антисептиков, масок и перчаток, проведение регулярной дезинфекции всех поверхностей в общественных зонах. В ходе рейда проверили и ведение журналов учета температуры сотрудников. Для всех сотрудников у нас измеряется тоже температура, ведется учет температуры. Если сотрудник с небольшой даже температурой 37,1, он отправляется домой. В основном, как отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» Шерзот Атаев, видновские заведения общественного питания соблюдают санитарные требования. Но небольшие нарушения все же были выявлены. К сожалению, такое не знала, мы ее приобретем, эту табличку. Да вы можете ее распечатать. Распечатать можно? Да, все, поняла, хорошо. Через стол сажаем гостей. Да, через стол, и за стол максимум 3 человека, если с семьей пришли. А так по 2 человека. С сотрудниками ресторанов была проведена профилактическая беседа. Наша основная задача не наказать бизнес, не оштрафовать его или как-то подпортить материальное положение, а предотвратить, чтобы и те проверки, и инспекции, которые приходили, они, соответственно, не выявляли этих нарушений. Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кафе и ресторанов позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.